Hello guys! Привет, друзья! Как дела? Max here, and today we have TPRS lesson. So, what is that? I'm gonna tell you a story, and after this story, I'm gonna ask you a few questions. So, you have to first understand the story, and PDF file can help you with that. And the second one, you have to answer those questions. Mm -hmm. Okay, so good luck, and let's get started. Вчера я ходил в магазин за продуктами. Я хотел приготовить мой любимый рис со специями и овощами. Я вышел на улицу, сел в автобус и поехал. В супермаркет. Супермаркет находится недалеко от моего дома. Через десять минут я был в магазине. Он был просто огромный. Сначала я пошел в овощной отдел. Там я купил три килограмма моркови, пол килограмма лука и чеснок. Затем я начал искать отдел со специями. Я искал его долго. Но супермаркет был слишком большой, и я не смог его найти. Тогда я спросил работника супермаркета. Простите, где я могу найти специи? Прямо и налево. Коротко ответил он. Спасибо, ответил я и спросил его еще раз. А где я могу купить рис? ⁇ Молодой человек, вы что, читать не умеете? ⁇⁇ Получил я недружелюбный ответ и пошел искать рис со специями. Через полчаса... Я нашел все, что мне нужно, и пошел на кассу. Сколько с меня? Спросил я. Двести пятьдесят рублей, ответила кассир и улыбнулась. Можно? Я расплачусь картой, спросил я. Конечно, пожалуйста. Okay, I hope you understand this video. If not, you can find PDF down below. Read it, read the translation and figure it out. Okay, let's go for questions. Вчера я ходил в магазин за продуктами. Куда я ходил вчера? В магазин за продуктами. Я ходил в магазин за продуктами. Я хотел приготовить мой любимый рис со специями и овощами. Я хотел приготовить картошку. Нет. Я не хотел приготовить картошку. Я... Хотел приготовить рис. Я вышел на улицу, сел в автобус и поехал в супермаркет. Куда я поехал? В супермаркет. Я поехал в супермаркет. Супермаркет находится недалеко от моего дома. Супермаркет далеко от моего дома? Нет. Супермаркет находится недалеко от моего дома. Через 10 минут я был в магазине. Он был просто огромный. Супермаркет был большой. Да, супермаркет был очень большой. Огромный. Сначала я пошел в овощной отдел. Сначала я хотел купить овощи. Да, сначала я хотел купить овощи. Там я купил три килограмма моркови, пол килограмма лука и чеснок. Затем я начал искать отдел со специями. Какой отдел я искал? Со специями. Я искал отдел со специями. Я искал его долго. Но супермаркет был такой большой, что я не смог его найти. Тогда... Я спросил работника супермаркета. Простите, где я могу найти специи? Я спросил, где специи? Да, верно. Я спросил, где отдел со специями? Где специи? Прямо и налево. Коротко ответил он. Работник ответил мне подробно? Нет. Работник ответил мне очень коротко. Э -э -э спасибо, ответил я и спросил еще раз. А где я могу купить? рис. Молодой человек, вы что, читать не умеете? Получил я недружелюбный ответ и пошел искать рис и специи. Я получил дружелюбный ответ? Нет. Я получил недружелюбный ответ. Я получил подробный ответ? Нет, я получил короткий, недружелюбный ответ. Через полчаса я нашел все, что мне нужно, и пошел на кассу. Куда я пошел? На кассу. Я пошел на кассу. Сколько с меня? Спросил я. Я спросил, сколько это стоит? Да, верно. Я спросил, сколько это стоит. Двести пятьдесят рублей, ответила кассир. И улыбнулась мне. Кассир была дружелюбная? Да, она улыбнулась мне. Она была дружелюбная. Работник супермаркета был дружелюбный? Нет. Работник супермаркета не был дружелюбный. Можно? Я расплачусь картой? Спросил я. А, я хотел расплатиться наличными? Нет. Я хотел расплатиться картой. Банковской картой. Конечно, Пожалуйста. Okay, guys, I hope it was helpful. And if it was so, you can consider subscribing. Okay, see you next time. Let's practice together. Пока -пока.